Сегодня депутаты республиканского парламента на внеочередной сессии освободили от должности вице-спикера и председателя комитета Госсовета Николая Малова. Напомним, Николай Малов переходит в Госдуму. «Единая Россия» передала ему мандат теннисиста Марата Сафина по собственному желанию сложившего с себя полномочия депутата. Также депутаты рассмотрели обращение Яльчикского районного собрания депутатов о награждении главы Чувашской республики Михаила Игнатьева орденом за заслуги перед Чувашской республикой. Эта награда была учреждена в 2005 году в целях поощрения за особо выдающиеся заслуги. Постановление о награждении Михаила Игнатьева принято парламентариями почти единогласно. Депутаты рассмотрели еще один кадровый вопрос. 12 мая нынешнего года Госсовет утвердил кандидатуру Владимира Ежеева на должность уполномоченного по правам человека. Оставалось только согласование с федеральным омбудсменом. Но сегодня Владимир Ежеев предоставил заявление об отзыве собственной кандидатуры.